вечер, дамы и добрый вечер, господа. Я приветствую вас на манеже лучшего цирка в мире, московского цирка Никулина, на Цветном бульваре. После того, как закончилось шоу «Цирк со звездами», к нам в редакцию детских и юношеских программ «Центрального телевидения» стало поступать много звонков с вопросом, когда же будет продолжение. Что удивительно, звонили в основном звезды, что еще более удивительно, звонили на мой мобильный номер со своих городских. Итак, станет ли шоу еще лучше и вернут ли мне мои $16? Об этом мы узнаем через несколько месяцев. Я объявляю о том, что мы начинаем шоу «Цирк на первом». Встречайте, наши участники! Веселым стройным шагом Шпрехшталмейстер покинул манеж, друзья, и мы здороваемся и приветствуем вас. Цирк на первом начинается. По традиции, в комментаторской кабине, которая расположена прямо под манежем, находятся постоянные комментаторы. Заслуженный работник цирковых искусств, легендарный цирковый артист Борис Федотов. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер, Иван. Здравствуйте. И вновь мы с вами вместе, и вновь мы будем смотреть, как люди, далекие от мира цирка, будут достигать азы этого сложного и неподвластного нам, простым смертным, искусства. Пока, друзья, я обращаю ваше внимание, что на манеже исключительно профессионально работают, еще не появились участники шоу «Цирк». А сейчас, Борис, позвольте мне представить наших участников. Первая четверка выходит, спускается на манеж. Со спины видно, что это талантливые, красивые люди. Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов. Певица Анита Цой. Всеми любимая актриса Ирина Лачина. И телеведущий и радиоведущий Антон Камолов. Вот они сходят в центре манежа. Сейчас буду демонстрировать короткие, но веселые трюки. Раз. И, как говорится, бас. Блистательно. А мы уже ожидаем вторую четверку. Кто бы это мог быть? Я вижу партнерша Антона Камолова и по телевизионным передачам, и по радиоэфирам Ольга Шелест. Рядом с ней актер Валерий Николаев, актер Александр Мохов. И звезда художественной гимнастики, легендарная спортсменка Ирина Чащина. Вот какими веселыми молодцами ребята встали в эту позу. И девушки к ним присоединились. Ирина перекинула мяч. Ольга жонглирует, символизируя прежде всего, конечно, радость. И последняя, третья четверка. Певица Наталья Подольская, певец Кирилл Андреев, Владимир Турчинский, человек-богатырь и актриса Дарья Поверенного. Что придумают нам ребята сейчас? Ну-ка, вот какие мы огурцы. Как бы демонстрируют нам ребята. Вы не одни, напоминают им девушки. Сейчас, да, Кириллу сейчас чуть тяжелее, потому что он не настолько сильный, это видно, как Владимир Турчинский. Ну и последний, заключительный момент. Раз, буквально. Разорвали Ирину Чащину, сейчас Владимир и Кирилл, но Ирина готова на это, потому что она профессиональная легендарная спортсменка. И не в таких, как говорится, переделках бывало. Ирина Чащина! Кирилл Андреев! Ирина Лачина! Владимир Турчинский! Дарья Поверенного! Антон Камолов! Наталья Подольская! Александр Мохов!
Ольга Шелест. Тимур Батрутинов. Анита Цой. Валерий Николаев. Седьмого мая 1895 года изобретатель Александр Попов представил миру первый радиоприемник, тем самым навсегда обеспечив работой радиоведущего Антона Камолова. 2 февраля 2008 года стартовал проект «Цирк» на Первом, тем самым временно заняв Антона у радио и передвинув его таким незатейливым образом на телевидение. Здравствуй, Антон! С возвращением! Ты же знаменитый дядя Володя! Здравствуйте, ребята! Это не первое знакомство с цирком, но последний раз в цирке я был, когда мне было, наверное, лет, не знаю, 9 или 8. Все. Ну, мне было проще, чем тем, кто соглашался участвовать в первом проекте, потому что я уже видел, что это такое. Представлял, что из себя представляет цирк со звездами. Было интересно попробовать самого себя испытать. Ну, то есть такой вызов для самого себя. Вики, специально для тебя голос охрип. Ой, кульбиты. Нет, это не кульбиты. Это да, давай с тобой поиграем. Наиграйся с тобой, да? Как-то мне не хотелось бы такие. Я всегда думал, что я достаточно спортивный человек. Я вроде как хожу в спортивный зал. Начал пробовать сделать что-то, что надо будет сделать в итоге на выступлении. У меня не получалось вообще ничего. Ну, то есть вот абсолютно какие-то трюки, особенно это касается гимнастики. Все издеваются надо мной. Все цирковые надо мной. Ну ладно, второй не хочу. В принципе, боюсь высоты. Вот, мне интересно попробовать, как там получится или не получится где-то наверху. А, ты где? Стою. Я бы еще раз сделал. Я бы еще не раз сделал. Я бы, честно говоря, не делал бы. Я посмотрел на тех, кто участвует во втором проекте. Очень азартные люди подобрались, очень серьезные соперники. Все включились, все приходят, смотрят на других, кто чего делает, такие так... такие с завистью, и так, потом, когда человек поворачивается, так, привет, слушай, супер, такая сложная программа, и потом подходит к своему тренеру, так, слушай, а мы можем сделать посложнее, чтобы у меня тоже было как-то что-то такое серьезное, чтобы тоже эффектно выглядело, все, по-моему, так подходят. Кульбит. В крайнем случае, если у Мики не будет получаться, кульбиты буду выполнять я. Кульбит. Продолжаем нашу полюбившуюся уже многим рубрику «Эти забавные цирковые снаряды». Речь пойдет о Ренском колесе. Первоначально Ренское колесо использовалось вместо центрифуги в стиральных машинах, потом оно использовалось для тренировок космонавтов. Наш первый участник, хотя и не стал космонавтом, сейчас с удовольствием продемонстрирует вам свое умение кататься на Ренском колесе. Встречайте, Антон Камолов! Ну и открывает наш сегодняшний концерт представление Антон Камолов. Человек невероятно спортивный. Ну, этот аппарат не использовался у нас в прошлом проекте. Жанр, в общем-то, в цирке сейчас не очень распространенный. Потому что вот в отличие от России, например, в Германии, это даже есть вид спорта, вот эти ренские колеса. Да, пробег на ренских колесах, когда из Мюнхена в Дрезден целая группа немецких гонщиков, как они себя называют, вот на таких ренских колесах на бешеной скорости 8 километров в час отправляются в трехнедельное турне. Смотрите, какой веселой белкой Антон. Вот так вот. В общем-то, достаточно сложный трюк выполняет легко, с улыбкой. Ну, вы знаете, Иван, хочется сразу предупредить зрителей, что
сегодня будут показаны так называемые визитки. Это не номера, это небольшие фрагменты из тех номеров, которые будут сделаны участниками и показаны зрителю во время проекта «Цирк». По традиции помогают профессионалы. Борис, представьте нам профессионала, кто помогает Антону. Леонид Каменский, который с Антоном разучивает все трюки на этом сложном аппарате. Вот как можно на Ренском колесе делать. Вот Антон смотрит с улыбкой, которая говорит о том, что Антон, конечно, мог бы продемонстрировать это и сам, но для начала достаточно и того, что он уже показал. Пока Антон только репетирует, я думаю, к тому моменту, когда этот номер будет уже в проекте, он нам продемонстрирует серьезные трюки. Антон, я поздравляю тебя, ты первый, ты, и здесь ты первый. Ну, расскажи, каково это побывать по ощущению внутри стиральной машины? Я себя представлял хомячком в большей степени, а теперь я представляю себя хомячком внутри стиральной машины. Удивительные, конечно, планы проплывали перед твоими глазами. Скажи, цирк – это большая семья. Ты почувствовал себя уже членом этой семьи, и если да, то, может быть, кем именно? Мне кажется, я в этой семье деверь. Деверь? Ну, слава богу, что не теща. Спасибо огромное, Антон, мы желаем удачи. Антон Камолов! Ну, достаточно нервно, несмотря на то, что мы с Леней это все репетировали, мы все это проходили, и сегодня в том числе, все равно, ну, как-то так, немножко гложет не то, что что-то сложное, сколько тот факт, что если что-то не сделаем, придется повторять, делать дубль, а это вообще, это же лажа, так нельзя. Настоящие цирковые работают с первого дубля. Итак, друзья, я хотел бы обратиться сейчас к нашим почетным гостям, особенно вот к верхнему ряду почетных гостей. Весь ваш внешний вид говорит о том, что у вас тоже есть дома стиральные машины, друзья. Оцените, пожалуйста, скажите ваши впечатления, вернее, даже оценивать пока еще ничего не нужно, номер Антона Камолова. Марина Голуб, я просил бы вас несколько слов сказать. Вы так улыбались, когда Антон белочкой и хомячком скакал по манежу. Микрофон мы вам включили, чтобы было смешнее. Я счастлива за Антона, что он так сразу почувствовал себя и хомячком, и в стиральной машине. Не каждый человек это себе может позволить. Вот. Я постараюсь быть на всех представлениях, и поэтому не буду судить, наверное, строго, но и поблажек давать не буду. Ура! С началом! Дай Бог вам всем всего наилучшего. Марина Голуб, спасибо! Актриса Дарья Поверенного так часто снимается в сериалах, что, попав к нам на проект, она сразу же решила сделать из нас настоящую мелодраму. Поэтому, по законам жанра, она тут же потеряла память, получила наследство и вышла за другого. Дарья Поверенного, что будет дальше, узнаем в следующей серии. Обычная биография. Фамилия необычная. Потемкин. Разве? Бабушка рассказывала, у нас в роду все сплошь я дворяне. Послушайте, а зачем вам обязательно, чтобы в роду дворяне были? Крестьяне же тоже неплохо. Мне было очень приятно, что мне это предложили, а уже со своей стороны я, конечно, некоторое время посомневалась, потому что, ну как, если ты на что-то соглашаешься, то это не просто же участие, но чтобы это было хорошо, чтобы и я получала удовольствие, чтобы это было эстетично и красиво, чтобы что-то сделать там на 100%. Первый человек, который сказал мне, мама, это круто, это была дочь. Которая, я ей говорю, Полина, представляешь, что мне предложили? Говорит, мама, соглашайся, это круто, это здорово, давай. Я говорю, ну, конечно, тебе болеть. А мне тут надо работать. Я не могу. И больше я не могу.
Мне даже кажется, что артисты цирка отличаются от нас в лучшую сторону. Или там мы от них в худшую, потому что не позволяют себе халтурить. Если они делают, они сразу включаются и стараются сразу выдать результат. То есть это все время работа, работа и работа. Это очень дисциплинирует, такой пример серьезный, ну, для меня во всяком случае. Наверх тянись. Наверх тянись. Вниз наверх. Не держите меня. Извини, вниз. Я бы себе пожелала в первую очередь это преодолевать свой страх, просто природный, человеческий, то, что есть у любого человека. Вот его надо преодолевать, потому что думать о том, что цирк – это опасно, мне кажется, это неправильно. Вот эта вся опасность у нас возникает от головы, от того, что мы начинаем что-то бояться. Вот для меня самое главное – преодолеть вот этот внутренний страх, свой страх. Когда Дарье Поверенновой сказали, что она будет выполнять парный эквилибр на манеже, она покраснела. Когда она узнала, что парный эквилибр – это серия акробатических трюков, связанных с риском для жизни, она побледнела. Но когда она сейчас выйдет на манеж, позеленеют от зависти все акробаты вселенной. Встречайте, Дарья Поверенова и Денис Козырь. Парный эквилибр. Дарья Поверенова, участница шоу «Цирк», и Денис Козырь, артист, который принимал участие и в шоу «Цирк со звездами», и в нынешнем шоу «Цирк» тоже будет помогать. Дарья, в принципе, могла бы не делать никакого номера, просто широко распахнутыми глазами посмотреть на Дениса в течение 2 минут, и мы бы, в принципе, поверили ей. Ну, это да, потому что у нас сегодня нет жюри и не ставят оценки. Уверяю вас, что когда будет сидеть жюри, одних красивых глаз Даши Поверенной не хватит. Но, уверяю вас, она сможет удивить и зрителей, и жюри. Хочу обратиться к нашим телезрителям. Друзья, помните, что сегодня концерт открытия, но уже через неделю у нас начинается конкурсная часть. По-прежнему говорю вам, что вы можете помочь любимому участнику, принимая участие в зрительском голосовании. Уже со следующей недели это можно будет делать. Вот, представьте, Дарья делает вот эти элементы. Дарья Поверенова, Денис Козырь! Ну что, Даша, с премьерой. Позволь спросить тебя. Очень многие сериалы с твоим участием заканчиваются хэппи-эндом. Как ты думаешь, чем закончится для тебя шоу «Цирк» на первом? Ну, я надеюсь тоже на хэппи-энд, конечно. И, конечно, все зрители надеются на хэппи-энд. Посмотрите. А у меня вопрос следующего толка. Парный эквилибр позади. Планируешь ли ты участие в тройном эквилибре или даже в квартете эквилибристов? Ну, вы знаете, может быть, вполне. Такое может произойти. Ждем не дождемся следующих выпусков нашего шоу. Дарья Поверенова, друзья! Спасибо! Совсем не похоже на театр, абсолютно, потому что в театре есть все-таки задник, есть кулисы, есть какой-то, ты не открыт, что ли, а здесь ты абсолютно открыт, абсолютно голый, это такой драйв, я не ожидала, что это так сильно, что это так собирает, потому что, смотря на то, как работают ребята в цирке, которые не могут себе позволить халтурить, это так собирает, очень, очень собирает внутренне, я очень благодарна этому проекту, спасибо.
Дорогие друзья, после того, как закончился прошлогодний проект «Цирк со звездами», многие мужчины впали в жуткую депрессию. Врачами им был поставлен страшный диагноз – острая нехватка фриски в организме. Обращение к повивальным бабкам, колдунам и письма в программу «Малахов плюс» никакого результата не дали. Настало время реально шоковой терапии. Итак, встречайте! На манеже участница шоу «Цирк со звездами» госпожа Жанна, как я ее называю при наших коротких встречах в моих снах, роковая и страстная Жанна Фриске! Ну, сегодня, друзья, поскольку концерт открытия, мы, конечно, с удовольствием увидим лучшие, Борис, я правильно понимаю, лучшие из номеров, которыми запомнился нам проект «Цирк со звездами» прошлогодний? Ну да, в общем-то, лучшие. И то, что именно вот сами артисты захотели исполнить номера нашим сегодняшним шоу. Борис, но ведь они скучают, согласитесь. Конечно. Они скучают по цирку, по атмосфере. Ну, вы представляете, если Жанна Фриске прервала свой отпуск и приходила, репетировала несколько дней для того, чтобы это показать. Действительно, Жанна прервала свой двухдневный отпуск в Москве и, отложив в сторону удочки и снаряжение для подводного зимнего лова, лыжи, медвежьи капканы отложив в сторону. Вот. Действительно, на собачьих упряжках Жанна приехала на Цветной бульвар, где ее тут же ждали, и тут же пристегнули ее страховочным тросом к этому обручу, в котором она парит над манежем цирка на Цветном бульваре. Вот сколько, кстати, потребовалось репетиций для того, чтобы Жанна вернулась? Ведь это не просто, ведь она же... Ну, вы знаете, вот и Жанна, и все участники, которых мы сегодня увидим в нашем шоу, они находятся в прекрасной спортивной форме. И для них, в общем-то, не составило большого труда восстановить свои номера. Она прекрасно подготовлена физически. Она пришла на проект. Мы когда все это время увидели ее шпагаты, ее мостики. И, в общем, не составило большого труда сделать с ней великолепные номера. И тем не менее, Борис, одно дело, вы же знаете, стоять на мостике у себя на кухне. Я сейчас говорю про себя. Другое дело делать этот мостик и шпагат на высоте, помогите мне, ну, метров, так, наверное, 11-12. Ну, это в зависимости от того, какой высоты потолки у вас на кухне. Вот Жанна спускается. Конечно, Жанну рады видеть зрители, что они сейчас и активно демонстрирует Жанна. Спасибо тебе, Жанна. Дамы и господа, Жанна Фриске! Дорогая Жанна, здравствуй.
Здравствуй, говорят тебе твои поклонники здесь, в цирке. И здравствуй, говорю тебе я. Скажи, ты соскучилась по цирку за то время, которое ты не приходила в эти священные стены? Здравствуй, цирк. Я очень по тебе скучала, это правда. Жанна, я раскрою, разверну свой вопрос. Что больше в цирке вспоминалось тебе во время твоего отсутствия? Наверное, те силы, которые я здесь оставила, и те эмоции, которые я здесь получила. То есть не я, я понял. Это я и хотел узнать. Жанна Фриске, дамы и господа. Ой, ну, я поняла, что я поэтому очень сильно соскучилась. Я думала, что я не смогу это сделать после такого большого перерыва. Но такое ощущение, как будто это все было только вчера, и эмоции настолько свежие. И я не знаю, что еще может сравниться с тем, когда ты находишься на высоте около 20, а может быть и больше метров. Я думаю, что никакие погружения и склоны не с этим не сравняться, потому что это незабываемое ощущение. И я, наверное, буду очень-очень скучать по цирку. Поэтому цирк, приглашай меня в гости, я буду приходить хотя бы просто посмотреть и поностальгировать. Издревле на Руси мужчины предпочитали все делать втроем. Втроем ходили на печенегов, втроем били друг друга, втроем играли в крокет, втроем пели песни в ансамблях. Тяжело сейчас будет участнику трио «Иванушки Интернешнл» Кириллу Андрееву, ведь он будет на манеже один. Я люблю синий вечер, его миражи, небо синего, звезды, ночную росу и дорогу к тебе в полуночной тиши. Я люблю, я люблю, я люблю. Вот первый знакомство с цирком я прошел в 76 году. И мама меня привела сюда, познакомила лично с Румянцевым, в простонародье с Карандашом. Вот, завела меня в гримерку. Ой, какой мальчик хорошенький. Господа, господа! Внимание! Внимание! Фокусы! Так, зашел, интересно, молчу, потом. Господа, фокус! Господа, внимание! Фокусы! Опа, опа! А шея у нас куда ушла? Ноги, ноги, ноги. Ой. Держишься? Да. Вообще уютно. Еще ниже можешь сесть? Могу, вот все. Олеч, можешь еще? Падай. Я держу. Судя даже по первому проекту, я понимал, что это очень сложно. И ходить по канату, и акробатика, и воздух. Это очень сложно, и клоунада очень сложно, потому что... Ну, сложно. Ну, это тоже, это, знаете, петь тоже не очень легко. Эй! Сложный, поэтому я как-то все стараюсь, все это все совместить, уловить. Вроде бы получается. И корпус выше, и корпус ложи. Выше, да-да-да. А руку сюда тяни. Живот. И не бойся, спокойно ложись на ножи. Ложись, Кирилл. Садись ногами. Сел. Еще. Падаю. Не упадешь, живот убери. Падаю я, но Сереж. Ну. Я что держу. Куда ты нафиг денешь под водоводки? Надеюсь, что у меня хватит сил, умения, артистизма, что у меня все получится. Очень хочется в это верить. Я стараюсь. Стараюсь, прикладываю все усилия, потому что нужно. Нужно это, во-первых, мне. В первую очередь. Как гласит старый анекдот, когда из командировки возвращается муж, он в шкафу находит сами знаете кого. Когда из командировки возвращается муж-иллюзионист, он сначала протыкает шкаф шпагами. И если нет крика, значит, этот гад на балконе. Посмотрим, друзья, личный опыт из жизни Кирилла Андреева. Прямо сейчас в цирке на первом. Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки Интернешнл». Невероятно хорошо развитый физически, творчески. Посмотрите, как он сразу весело вызывает на манеж и без того веселого Антона Красильникова.
Я думаю, что то, что сейчас он будет делать с Антоном, большой радости для Антона не составит. Я думаю, что стоит зрителям напомнить в условиях нашего проекта, потому что сложится впечатление, что Кирилл Андреев может только хлопать и тыкать ножи в бедного Антона Красильникова. Да, друзья, условия по-прежнему очень и очень простые и понятны. Каждый из наших участников в течение ближайших нескольких месяцев будет пробовать свои силы в 6 основных цирковых жанрах. На данный момент, вот на момент нашего концерта открытия, участники провели в цирке на Цветном уже где-то, наверное, по 2 месяца. Да, ну по-разному, потому что все-таки люди очень много гастролируют и буквально вот прямо с самолета приезжают на репетицию. Это очень сложно. Тем не менее, цирк — это как раз тот самый проект, который требует очень большой и серьезной подготовки, потому что на кон поставлен не только радость, успех, но и жизнь и здоровье участников. Я думаю, что еще раз хочу повторить, Иван, если бы вы сейчас были на месте Антона, то вы бы не говорили, что это несложный номер. Да, не буду утверждать, что это несложный номер. Ваши аплодисменты, Кирилл Андреев и иллюзионист Антон Красильников. Кирилл, прошу тебя на секунду. Короткий блиц-опрос. Спасибо, что согласился принять участие в нашем шоу. Тебе, участнику, уже многие годы участнику знаменитого трио, не тяжело ли тебе сегодня, не страшно было ли выходить на манеж без твоих постоянных друзей, рыжего весельчака и мальчика с грустными глазами? Тяжело, но я думаю, что у меня все получилось. Какой самый любимый номер из цирка твоего детства тебе люб и дорог? Ну, наверное, это номер Юрия Владимировича Никулина. Когда на лошадях, помните? Помнишь? Да, мы же с тобой на «ты». Помню, конечно. Да, да. Вот именно он. То есть клоунада. Да. Мы ждем от тебя не только иллюзии, но и клоунады. Кирилл Андреев! Ты в курсе, что ты все перепутал? Я знаю, знаю. Да, фокусник из тебя. Ну, может, получится, но пока не очень. Я не видел артиста, который в цирке бы, с которым не было связано никакой практики, он не волновался. Конечно, волнение не присутствовало, конечно же. Ну, ломался я, воткнет ему ухо, нож или нет. Все же нормально. Ну, уж на месте, спасибо. Цирк — это труд, огромный труд. Надеюсь, что у меня все получится за это время, когда сколько будет длиться проект. Все. Давай. Когда Антон Камолов, Ольга Шелест и я работали на канале MTV, мы часто собирались и мечтали, кто кем станет, когда вырастет. Ольга хотела быть учительницей, Антон – пожарным, а я мечтал стать маленькой птичкой, чтобы дарить людям радость и чтобы люди кормили меня с рук бросом. Прошли годы, и осуществилась только моя мечта. Осуществилась ли мечта Ольги Шелест? Мы узнаем, ведь цирк – это место, где сбываются мечты. Знаете, я пришла в цирк даже не побеждать, не преодолевать себя, не доказывать себе что-то, а получить удовольствие. Я поняла вот эту магию телевидения, волшебство.
А когда я пришла, я так... А, вы такая! Потому что все почему-то думают, что я 1,90 м ростом и вешу как минимум 80 килограмм почему-то. То есть люди настолько увеличивают. Друзья, если вы сейчас смотрите, наверное, перед вами сидит хрупкая женщина очень маленького роста, которая весит 30 килограмм. А, вот, и поэтому, раз вы такая, тогда мы вас будем кидать в акробатике. Я встала и поняла, что сейчас полечу, ну, как минимум на 2 метра вверх. И мне стало очень страшно. Ничего, ничего. Пошел, Паша. Денис, поактивнее. Ничего, 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 Паша, ничего, ничего, ничего. Как вертолет. Что каждый смотрит друг на друга. Он уже летает, он уже делает сальто. А этот крутит тарелочки, а этот стоит на катушках, а этот на ложе так сидит. И всех такие такое впечатление, что ты ничего, ты самый бесталанный из участник, у тебя ничего не получится. А все, конечно, ходят и шушукусят. Не страшно, не страшно. Все делятся такими интересными впечатлениями. Ну, страшно. Ничего страшного. Эй-я! Но при этом у всех довольные лица, все уходят такие уставшие, но довольные. И мне хочется, чтобы вот этот вот такой момент, он оставался все это время, чтобы мы здесь все-таки получали удовольствие, находили новых друзей, да, вот эти знакомства, вот это общение. Мне кажется, оно нам только на пользу. Как вы знаете, нашим звездам очень тяжело приходится в цирке. Только подумайте, каждый день изматывающие репетиции. Потом репетиции, репетиции. Особенно я волнуюсь за тех артистов, которые готовятся к выступлению на катушках. Можно же не просто сорваться с катушек, можно сразу же после этого еще и сорваться с катушек. Остроумнейшая реприза лишь только предваряет выступление на манеже Ольги Шелест. Встречайте! Ольга Шелест появляется на манеже вместе с Алексеем Емелиным. И сейчас Ольга будет демонстрировать чудеса умения балансировать на катушках. Как вы помните, на прошлом проекте... Это делала только одна участница, да. Яна Чурикова. Сейчас Алексей показывает, вот как это просто, оказывается, идет. Но мы-то знаем, что это невероятно сложно. Сейчас мы увидим, как это делает Ольга. По-моему, это все специально. По-моему, Ольга придумывает сейчас. Мне просто хотелось, чтобы Алексей ее взял за талию и поставил на катушку. А, вот оно что. А вы что думаете? Не знаю, Борис, не знаю. Я не настолько глубоко в цирке, как вы. Вы в цирке-то уже по горло. А я, так сказать, еще по... Да я думаю, что даже глубже. Думаете, все-таки по колено? Врожденное чувство баланса. Дело в том, что Ольга, она очень любит экстремальные виды спорта. И поэтому ей, в общем-то, не составляет большого труда, как у нас говорят, бросаться на разные эксперименты. Thank you.
Мы поздравляем с премьерой вас, Ольга. Нет, спасибо, оставьте. Ольга, скажи, для тебя, вот как бы ты могла продолжить фразу «Сегодня выступать на манеже цирка, для меня это...» Честь. Берегись молоду. И до... Достаточно, все, спасибо, я понял. Олечка, тогда не могла бы ты продолжить фразу «Пин-код моей кредитной карты – это...» Не стоит, спасибо. Давайте мы поаплодируем Ольге Шелест. Пожелаем ей удачи. Ты справилась с катушками, справишься и со всем остальным. Ольга Шелест, браво! Ура! Герой. Ура! У человека температура сегодня. И она работает. Страшно, ну ты сделал, молодец. Слушайте, вообще очень страшно, да. Ну как ты быстро? Да, я даже не ожидала. Успокой баланс. Я говорю, успокой, не тише, разогналась, как бешеная. Он сам идет и идет. Молодец. А значит, ты с характером? Есть немного. Значит, у тебя большие перспективы в этом деле. Да? Потому что без характера в нашем бизнесе... Представляете? Никак. Мама, какую дочь ты воспитала? Мама, дочь, мама. Придя на шоу «Цирк со звездами совсем мальчишкой», он часто смешил опытных цирковых артистов, когда кормил тигров с рук леденцами. Но прошло немного времени, и вот уже тигры бегали для него за мороженым, а опытные цирковые артисты зеленели от зависти, не в состоянии повторить его трюки. Он вернулся для того, чтобы показать мастер-класс. Встречайте, Артем Михалков и Людмила Оганесяц! Артем Михалков, Людмила Оганесянц. Людмила снова с нами. И вновь моя любимая песня «Нари Норюнай». Звучит и замечательное танго в исполнении Артема Михалкова. Бесстрашного Артема сейчас этот удивительный парный номер. Один из лучших парных номеров прошлого сезона продемонстрирует вместе с Людмилой Оганесянц. Хотя мой любимый номер в исполнении это, помните, «Сон солдата» номер. Сегодня действительно показывают мастер-класс наши звезды. Показывают мастер-класс для новых участников. Как бы говоря им, вот смотрите, сделайте лучше. Докажите, что мы, люди далекие от цирка, при невероятном упорстве и любви к этому виду искусства, сможем сделать невозможное. Нари-нари-най в очередной раз поет нам певица. Скажите, Иван, а бабушка так и продолжает смотреть наше шоу? Более того, она все то время, пока мы не выходили в эфир, продолжала смотреть шоу в записи. Но тем не менее, давайте передадим бабушке привет. Мы с удовольствием передаем привет и моей бабушке, и всем бабушкам, которые нас смотрят.
заканчивает свое выступление Артем Михалков и Людмила Оганесьянц. Последняя фигура акробатическая. Иван, я же вам говорил, что крайняя. Не принято говорить последняя. Крайняя фигура. Заключительная. Артем Михалков, Людмила Оганесьянц. Артем, и снова здравствуй. И снова один из самых запоминающихся номеров. Прошу тебя. Скажи, пожалуйста, это цветы Жени Стычкина, нет? Под цвет костюма. То, что они пахнут Женей, еще не говорят, что это его цветы. Артем, все-таки есть такая пословица: армия меняет человека. Цирк поменял ли тебя все-таки как-никак 3 месяца, так сказать, от третьего звонка до третьего звонка? Ну а скажи, пожалуйста, как ты видел мои номера? Изменил меня или нет цирк? А вот, кстати, у самого у тебя я отвечу тебе на твой вопрос, который ты задал на мой вопрос, вопросом на вопрос. Ты не чувствуешь, что квалификация ушла? Или ты по-прежнему все делаешь так же идеально? Не, могу сказать, что, конечно, когда долго не занимаешься, очень тяжело, вот как вы видели. Но, в принципе, навыки, они остались. И все-таки я надеюсь, что когда-нибудь еще меня пригласят в цирк, чтобы показать вот такие номера. Ты знаешь, у нас же есть мнение и зрителей. Я хочу сейчас спросить твоего коллегу, а значит человека, который с удовольствием скажет про тебя гадость, Евгения Стычкина. Евгений, потерял Артем квалификацию или она по-прежнему находится в тонусе? Нет, мне кажется, что он только набирает. И мне кажется, что с каждым не надо цветов. То, что мы носим лосины и стринги, еще не дает нам права дарить друг другу цветы. Но тем не менее... Не все время. Я хотел бы, чтобы это осталось. Не все время, а только момент, когда мы выходим на арену. Так вот, мне кажется, что Артем набирает с каждым разом. И если ты пойдешь в цирк 3, 4, 5, то ты станешь профессиональным артистом цирка в какой-то момент. Спасибо огромное, Евгений. Я бы хотел сейчас, Артем, обратить твое внимание и проследить взглядом от Евгения буквально на 1.20 метра вправо. Видишь веселое, радующееся лицо Михаила Галустяна. Столько эмоций, сколько он испытал во время этого номера, не сосчитать. Михаил, ответьте нам, не готовы ли вы вот сейчас, буквально сойдя с коньков и стряхнув снег с предплечий, попробовать то, что делает Артем в цирке? Не хотелось бы вам? Я вообще первый раз в цирке. Это многое объясняет, Михаил. Да, я имел в виду первый раз, я сижу в цирке. Да, вот. А этого... так, конечно, бы я с удовольствием полетал бы где-нибудь наверху, но боюсь, что без страховки страшновато, конечно. Еще. Мы все ждем, Михаил, мы ждем вас, у нас есть вакантные места для вас, и ждем вас и в нашем жюри, и в нашем зале. Артем Михалков, браво, спасибо огромное, что вы снова подарили нам радость. Спасибо. Ой, на самом деле, мне кажется, я еще больше волновался, когда выступал в цирке. Потому что, когда долго не занимаешься, всегда эти волнительные надо показывать, наверное, в той или иной степени пример какой-то. Ну вот как могли, так показали. Ну, во-первых, я возвращаюсь как домой. Во-вторых, это очень волнительно и приятно. И я очень буду переживать за новых звезд. Вот, потому что, как вы сейчас видели, каждый выход на эту сцену очень дорогого стоит. Поэтому я буду за них болеть. Я желаю, ребят, удачи. У всех, наверное, будут разные оценки. Вы не переживайте, потому что самое главное – участие. И у вас замечательный коллектив. Поэтому желаю вам удачи, всего самого наилучшего и терпения. Вот так. Спасибо. Без чего, друзья, невозможно представить себе настоящий цирк. Это не Шпрештальмейстер, это не веселый клоун, и это даже не рыжий кролик. Это мощный и яркий антракт! Закончился антракт, и вновь цирк на первом продолжается. С вами по-прежнему я, Дон Сезар де Базан. Друзья, многие из вас запомнили яркий,
феерические полеты Евгения Стычкина во время шоу «Цирк со звездами». Однако после того, как шоу закончилось, Евгений летал всего лишь два раза. Один раз во сне, а второй раз в Турцию. И вот сегодня, друзья, Евгений Стычкин готов продемонстрировать нам свое волшебное умение летать. Встречайте, бронзовый призер шоу «Цирк со звездами» Евгений Стычкин со своим коронным номером «Возвращение в Анталию». Евгений продолжает своим участием выступление звезд шоу «Цирк со звездами» прошлогоднего 2007 года. Евгений, я напоминаю, бронзовый призер, человек, который занял третье место. К сожалению, мы сегодня не увидим серебряного призера Ефима Шифрина. Очень переживал Ефим, но у него гастроли. Даже скажу больше, мы не рассчитывали, что Женя Стычкин будет участвовать в этом шоу. И вдруг он как-то неожиданно появился и сказал: «Я пришел». И вдруг мы в коридоре услышали шуршание желтого шелка. Это означало только одно. Евгений снова с нами. Он отрастил усы. Вы обратили внимание, Борис? Да, самое главное, посмотрите, с каким удовольствием он сам исполняет этот номер. Да. Ему так нравится. Называется летать. Кураж. И он когда пришел, он говорит: «Ой, мне так бы хотелось сейчас еще поучаствовать в этом проекте». Но, к сожалению, правила равны для всех. Очень хочется, чтобы вот тот кураж и азарт, которые были у участников нашего прошлого шоу, перешли все эти чувства, все эти качества и к новичкам. Вы знаете, Иван, это будет зависеть не только от участников, не только от тех людей, которые готовят этих людей к выступлениям, но в основном это будет зависеть от телезрителей, потому что та энергетика зрительская, то удовольствие, с которым люди смотрят этот проект, оно все передается участникам. Уважаемые телезрители, это исключительно руководство к действию. Мы ждем вас у экранов, мы ждем вас в цирке на Цветном. Потому что когда человек одевает такие красивые брюки, нужно, чтобы кто-то ему вот так рукоплескал. Как гармонирует этот букет с твоим костюмом сейчас. Женя, я рад тебя видеть. Ты совсем не изменился, ты не набрал ни килограмма. Ты в такой прекрасной форме, тебя даже хочется помацать, но речь не об этом. Жень, скажи, эти усы – это новая роль, дань моде или что-то еще? Нет, ну просто я Фредди Меркьюри сейчас. То есть ты говоришь... Ты когда-то говорил, что я золотая рыбка. Так нет-таки, я Фредди Меркьюри. Ты знаешь, разница небольшая, если честно, по смыслу. Женя, хочу тебе задать вопрос. Почему ты больше всего скучаешь, когда вспоминаешь о цирке, заходишь сюда в буфет? Ну, помимо Павла Брониславовича, которому я благодарен за то, что я там делаю, и за то, что это спустя год я каким-то образом делаю опять.
Спасибо большое, потому что без него и без наших учителей, мастеров, которые нам все это подарили, мы бы ничего не сделали. А во-вторых, помимо этого, по атмосфере, потому что нигде, ни в кино, ни в театре, к сожалению, такой атмосферы, как в цирке, не бывает. Вот, еще я благодарен, вообще судьбе, что мне моя профессия дала возможность на полгода превратиться, чуть-чуть попробовать побыть цирковым артистом. Не обманывая себя, что я все равно цирковым артистом не являюсь, это невозможно, это слишком тяжело. Но подарила мне кусочек такого очень. Смотри, Фредди Меркьюри, ты стал, скоро станешь цирковым артистом. Евгений Стычкин, друзья! Браво! Рыбка золотая! Девчоночка! Может, тут втихаря работаешь? Я работаю немножко. Во-первых, ни с чем не перепутаешь это чудное ощущение, когда никто не может поставить тебе никакой оценки. Во-вторых, удовольствие от того, что ты прошел некий путь, да? Огромному количеству народу это еще предстоит пройти, и ты понимаешь, и сколько трудностей, но и сколько счастья их ожидает. И вот это вот ощущение собственного опыта тоже придает силы. А вообще, я пришел сюда, не зная, буду ли я летать вот несколько дней назад, так попробовать. И все равно поездка в далекие океаны не сравнится с тем, когда тебя поднимают под купол цирка. Вот, собственно, и все. Знаменитая художественная гимнастка Ирина Чащина пришла к нам со своими снарядами, принеся с собой булавы, мечи и ленты. Но у нас серьезное заведение, друзья, у нас со своим не пускают. Поэтому мы выдали ей клоунский парик, трапецию и маленького дрессированного ежа. Посмотрим, как справиться с новыми для себя снарядами Ирина Чащина. Я не раздумывала ни минуты, потому что я мечтала уже, когда был первый цирк со звездами, мне очень хотелось попасть. Поэтому, когда пригласили во второй цирк, я сразу же на следующий день пришла и вообще не жалею, потому что почувствовать себя опять на публике, знать, что зритель хочет тебя видеть, и потом работа с животными, и потом новые жанры абсолютно для меня. Я очень люблю новое пробовать. Мне очень нравится. Броско, скажи, вот здесь. Да! 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 Знаете, сразу влилась буквально в коллектив, потому что очень хорошие ребята, тренеры, и ничего не могу сказать плохого, что где-то что-то не нравилось. Те люди, которые приходят, те детишки, они смотрят уже готовые представления. И, конечно, понимают, что это легко, там ничего сложного нет. А на самом деле, когда ты приходишь за кулисы и видишь, как люди работают часами, это добиваются, это тяжелейший труд. А потому что одной руки раз. Тяжеловато, например, ту же акробатику, тот же воздух, где нужно летать под куполом, потому что я не боюсь высоты, но это другая работа мышц. Хоть я гимнастка, да, казалось бы, мне легче всех, но абсолютно не так. У меня руки слабые. Пока только вот интерес и желание. Хочется уже скорее, чтобы было представление, уже хочется показать свое мастерство. Друзья, наша вахтерша считает, что самое сложное в цирке – это подружиться со львами. Все остальные работники цирка полагают, что самое сложное в цирке – это подружиться с вахтершей. Ирина Чащина нашла общий язык со всеми, даже с пуделями. Стоит только сказать «фас вон того» и нет соперника. Встречайте, Ирина Чащина и ее четвероногие друзья. Чащина, легендарная звезда спорта, художественной гимнастики, нашла тоже время и с удовольствием согласилась принять участие. Вот сейчас дрессура. Вот посмотрите, вроде бы ничего не происходит, однако Ирина находится в четком и плотном контракте.
специально выбрали для визитки номер с собаками, потому что ну, все прекрасно понимают, что Ирина выдающаяся спортсменка. Да, и какие-то номера, связанные с собственным, с владением собственным телом. Да, чтобы у зрителей не складывалось впечатление, что она может только вот то, чем она научилась в спорте. Тем не менее, вот веселый такой вот белой пушистой птицей взмывает пудель над обернутой в фольгу пластмассовой палочкой, которую держит Ирина сейчас. Ну вот, друзья, сальто назад. Безусловно, Ирина чаще-то могла бы это сделать и самостоятельно, но мы-то хотели бы увидеть в ее исполнении как раз нечто неожиданное. Ирине, конечно, придется нелегко, так же, как и на нашем прошлом проекте пришлось Светлане Хоркиной, когда выдающиеся спортсмены, конечно, к ним здесь отношение более пристальное и внимание. Ирина Чащина! Скажи, пожалуйста, Ирочка, как отреагировала Ирина Винер, когда узнала, что ты будешь принимать участие в шоу «Цирк на первом»? Я имею в виду, естественно, все это знают, но на всякий случай расскажу. Это главный тренер сборной нашей страны по художественной гимнастике. Я думаю, Ирина Сана счастлива, что я здесь. Но потом она всегда очень положительно воспринимает, когда мы участвуем в каких-то проектах. Как отреагировали собаки, когда узнали, что ты легендарная спортсменка? Собаки очень долго ко мне привыкали, на самом деле, но, слава богу, мы нашли с ними контакт, поэтому я думаю, что все будет нормально. Мы желаем увидеть продолжение этого начинающегося контакта между тобой и собаками. Ирина Чащина, друзья! Знаете, честно сказать, я волновалась больше, чем на Олимпийских играх. У меня до сих пор пульс бьет, вообще ужас. Не знаю, но ощущение, конечно, в первую очередь волнение, да, но и потом я знаю, что собачки, у нас с ними хороший контакт, я думаю, что они меня не подвели. Слава богу, мы справились. Я вообще счастлива на самом деле. Александр Мохов, актер, привык сниматься в боевиках, защищая слабых и наказывая злых. Вот и придя к нам на шоу «Цирк», он сразу же объявил войну львам и тиграм, призвав в свои ряды кроликов и бурундуков. Кто же победит? Сильные мощные зубы или маленькие, но упругие лапки? Узнаем скоро. Запущу его по нашей цепочке. Угу. Как подозреваемого в крупной краже. Где-нибудь да изловят, если, конечно, внешность основательно не изменил. Ждите звонка. Окей. Я, наверное, все-таки еще из тех, которые, ну, пока еще не боятся хулиганить, не экспериментировать. Потому что для меня этот проект цирка, это такая, такой очередной эксперимент с самим собой. Да не пил я. Спохмела только. Вроде действительно. Ну, вдохни! Ну, в цирке-то принимают, по-моему, всех замечательно. Вообще, на самом деле, вот говорят, есть там, да, семья театральная, семья киношная. А это какая-то абсолютно другая среда, такая семья цирковая. На самом деле, это нужно только, наверное, попасть в закулисье цирковое, чтобы понять, что там абсолютно другой мир. Я так боялся идти много лет спустя в цирк. Он живой, благодаря всем вам. И я восторгаюсь, насколько вы в такой замечательной форме. Есть куда тянуться. Спасибо вам. Спасибо. Раз уж, как сказать, назвался Грузин, да, полезай в кузов. Либо делай, либо нет. А если уж ты делаешь, чтобы должен быть хоть какой-то уровень мастерства, я уже не говорю профессионализма, но мастерства, которые тебе вот старшие товарищи торговые вкладывают. Бросок наверх, пробуй ловить. Я же не увижу. Увидишь. Увижу? Да. Попробуем. Оп! Ты зря вышел, увидел.
Первые тренировки, как ни странно, прошли довольно легко. Потому что нагрузки были такие, ну, щадящие. Ну, как мне через 4, через 5. Я понял, что у меня проснулись мышцы, которые все вот эти 45 лет спали. Это какое-то безумие. Я ходил как зомби какой-то. Потому что нагрузки пошли. А с другой стороны, я был безумно рад, потому что ты начинаешь чувствовать себя вот в какой-то такой тонус. Но уже кайф идет. Уже не так страшно. Было приятно, когда там лопались молочные мозоли. Это пройдет. Это настоящие мозоли, такие рабочие. Вот они есть. Спасибо им, ну, по крайней мере, на сегодняшний день за такое гостеприимство, терпение. Терпение, потому что мы же дилетанты. Они-то уже не то, что три мяча там, 10 булам бросают, а то пришел ботаник какой-то, типа меня. Ну, и давай я побросаю. Смотрит, конечно. Ну нет, добродушно, как детям таким, как малым. Мне очень нравится. Что бы вы подумали, если бы увидели двух мужчин, которые крепко держат друг друга за руки? Ну, конечно, перед нами настоящие друзья. Неизвестно, стали ли друзьями Александр Мохов и Константин Зимин, но то, что они будут держать друг друга крепко за руки, это факт. Ведь от этого зависит успех их номера. Александр Мохов, Константин Зимин. Мужская пара. Александр Мохов был в жюри на нашем прошлогоднем шоу, и вот сейчас он уже в качестве участника. Веселый морячок, я бы назвал так этот номер. Ну вот, Борис, сейчас зрители смогут увидеть, по большому счету, то, чем мы с вами занимаемся в комментаторской кабине. Мужская пара, ведь мы с вами именно так себя называем. И... Да и, в общем-то, и рост примерно одинаковый. Да. К нашим телезрителям, друзья, помните, что сегодня концерт открытия, но уже через неделю у нас начинается конкурсная часть. По-прежнему говорю вам, что вы можете помочь любимому участнику, принимая участие в зрительском голосовании. Уже со следующей недели это можно будет делать. К сожалению, по правилам нашего сегодняшнего шоу, все участники новые должны вот выходить в костюмах таких униформ Первого канала. Когда номер будет в тех костюмах, которые должны быть, и будут исполнены все трюки, я думаю, что вы удивитесь. Александр, как так получилось? Чаще всего бывает, что артисты принимают участие в шоу, в цирке, потом проходит время, они набирают опыт и садятся в жюри. Вы же, наоборот, были членом жюри на нашем прошлом проекте, и вот сейчас вы уже являетесь участником. Каково вам в этой роли? Специально хотел испытать, что происходит здесь, за кулисами. Мне очень нравится. И нам тоже очень нравится ваш номер «Веселый морячок» в гостях у Саши. Друзья, я хотел бы задать вопрос еще один. Александр, вам. Вот как вы считаете, после того, как ваша карьера циркового артиста уже насчитывает 5 минут приблизительно нахождения на манеже сейчас, можно ли уже называть себя артистом цирка или еще впереди это звание? Зная, что нас ждет впереди, я считаю, что это просто такие маленькие-маленькие шажки. Давайте встретимся попозже и поговорим. А вот давайте. Александр Мохов! Браво! Ну что, профессионально все исполнено было? По-моему, да, что-то без космоса. Отлично. Я вообще не волновался. Вот как мы с Костей открыли занавес, да? Сейчас у меня рот пересох. Потому что сделали. А когда вышли, я знаю, что Костя рядом. Ну просто какой-то кайф. Ну, благодаря, конечно, Сергею, который нас дрессировал, меня. Вот, но... Мне так понравилось, слушайте, я хочу еще уходить. Я пошел участвовать. Я же сказал это, но меня так посмотрели странно. Знаете, это что-то для меня какие-то такие шаги, которых я никогда не пробовал делать. Никогда. И никогда не сделаю. Поэтому вот, если будет возможность, мне буду давать это делать, я буду счастлив. Такая семья шикарная. Будешь делать, если бы ты был женщиной, я бы тебя поцеловал. Целуй, тебя тоже. Ну, целуй быстро.
У певицы Натальи Подольской изначально был выбор, куда поехать, второй раз на Евровидение или в цирк на Цветном. Причины, по которым Наталья выбрала цирк, две. Во-первых, Цветной бульвар гораздо ближе, чем Сербия. Во-вторых, ведущий на шоу «Цирк» прекрасно говорит по-русски. Наталья Подольская. Честно скажу, что в детстве цирк я не любила. Он меня не захватывал, мне было скучно по каким-то причинам. Единственное, что меня веселило, это клоуны. Но, видимо, чтобы полюбить цирк, мне надо было повзрослеть и принять участие в этом проекте. Я могу упасть? Никуда запросто. Ты денешься. Нет, не упаду. Запросто. Можешь упасть. Я его он тебя поднимет. Он тебя поднимет. Я понимала, чтобы все хорошо получалось, нужно быть подготовленной. А я с детства, как и цирк, не люблю спорт. И я не занимаюсь спортом. И поэтому я творчески, мне очень хотелось поучаствовать в этом проекте. Но я понимала, что физически, может быть, будет тяжело. Но, тем не менее, я здесь. И думаю, ну что все получится. Сейчас просто висни. А, сейчас просто висни. А ноги как? Давай, просто внизу. Ноги. Ничего не делай. Хорош, хорош. Теперь берем ножку. Как ее взять? Я могу. Вниз! Вниз! Еще я чуть-чуть. Я могу ножку поставить. Вообще, все, чем я здесь занимаюсь, мне безумно нравится. Мне безумно нравится акробатика. Вот эти вот прыжки, когда ты стоишь на вытянутых руках у партнера и вверху на вытянутых ногах, и ты прыгаешь, и какие-то там перевороты, раскруты. Это все очень интересно. Хочется просто, чтобы каждый номер был особенный, каждый номер был яркий, запоминающийся, и чтобы все получалось. Суть номера «Дьяволо», с которым сейчас будет выступать Наталья Подольская, заключается в том, чтобы двумя палочками очень быстро дергать за одну ниточку. То есть, по сути, это напоминает процесс поедания итальянских макарон в японском ресторане на окраине Медведково. Давайте пожелаем Наталье приятного аппетита и удачного выступления. Номер «Дьяволо» — Наталья Подольская, Екатерина Рубцова. Наталья Подольская, участница нашего шоу, которая тоже появилась, зашла на небосвод нашей эстрады благодаря другому, не менее популярному шоу Первого канала «Фабрика звезд». Сейчас вместе с Екатериной Рубцовой делает номер с катушками. Эти катушки называются «Дьявол». Кстати, и Екатерина Рубцова тоже дебютирует. Да, в проекте, да. В проекте, да. Хотя уж не на манеже точно. Смысл этого номера. Очень сложно раскрутить катушку при помощи вот этой нитки, да, и манипулировать ей вот таким вот образом, подкидывая ее и весело ее ловя, как сделала Екатерина, или роняя, как это сделала Наталья. Ну, сейчас просто демонстрируются это довольно обычные такие несложные трюки. Несложные трюки. Я напоминаю, у нас визитные карточки. Участники просто должны показать себя на манеже с какими-то элементами, поскольку номера не оцениваются. Наталья поймала и кураж, и поймала часть «Дьяволо». Замечательного игривого розового цвета «Дьяволо» сегодня. Ну, знаете, Иван, вот даже хорошо то, что они падают сейчас. Это видно, что это все-таки сложно. Ваши аплодисменты, Наталья Подольская и Екатерина Рубцова!
Наташа, прими от нас этот скромный дьявольский букетик. Скажи, почему номер называется «Дьяволо»? Почему ж? Какая связь между дьяволом и этими розовыми полушариями? Прошу. Связь самая тесная, потому что он совсем не слушается. А вообще, я сегодня себя ощущала, как Джулия Робертс в фильме «Красотка», когда у нее улитка отлетела скользкая. Я не очень помню этот момент. Я помню другие моменты из этого фильма с Джулией Робертс. Но охотно верю тебе. Наташ, кто за тебя болеет сегодня? Кто желает тебе удачи? Может быть, кто-то присутствует здесь, кто-то сидит у экранов телевизоров. Ну, я надеюсь, что за меня болеют сегодня все телезрители и зрители, которые здесь собрались. Да? Да! Да, отвечают нам зрители. Конечно же, сам Ваня Ургант за меня. О чем ты говоришь? Конечно. Действительно, я за тебя болею. Желаю тебе удачи. Давайте поаплодируем Наталье Подольской. Ну, не важно. Я сама импровизировала, как могла. Не, молодец, очень хорошо. Я думаю, что пока на первой программе все получают удовольствие, и нет еще, знаете, такого азарта выиграть, победить. Просто все настолько новое, все такое интересное, и это очень заводит. Не могла бы я когда-нибудь подумать, что я буду выполнять акробатические сальто в воздухе. Это никогда в жизни. А тут я это делаю, и мне это так нравится. Вы знаете, друзья, после того, как Светлана Хоркина ушла из проекта «Цирк со звездами», она не вернулась в «Большой спорт», она сразу же отправилась в «Большую политику». И в Государственной Думе ее выступление проходит с большим успехом даже, чем на шоу «Цирк со звездами». Встречайте, двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Российской Федерации, участница шоу «Цирк со звездами» Светлана Хоркина! Друзья, перед вами Светлана Хоркина, любимая большинством участница шоу «Цирк со звездами» 2007 года. Сейчас будет демонстрировать чудеса магии вместе с Антоном Красильниковым, который и в прошлом году, и в этом году отвечает за все номера, связанные с жанром иллюзии в нашем шоу. И могу вам заметить, что впервые на манеже цирка Никулина выступает депутат Государственной Думы. Да, друзья, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Хоркина. От фракции «Единая Россия» сейчас будет залезать в ящик. Конечно, Антон сейчас очень рискует. Очень. Антон, судьба Антона как артиста, его звание заслуженного артиста, который... Он еще не получил. Он еще не получил, находится сейчас под большой угрозой. Светлана прекрасно выглядит. Мы желаем всем депутатам выглядеть так же хорошо. И дальше вот Антон начинает манипулировать Светланой. Посмотрите, раз, два, и, как говорится, все. Депутаты Государственной Думы Японии часто проделывают подобные трюки, но чтобы у нас в России, такое мы видим впервые. Спасибо Светлане, что она отважилась на это и согласилась хотя бы на пару часов, покинув зал заседания, прийти к нам. Поскольку мы знаем, чудеса магии сейчас происходят. Светлана, сейчас я раскрою тайну, нету в этой коробке. Светлана на улице Охотный ряд на секунду забежала в свой кабинет подписать очередной документ. И вот, если сейчас у Антона все получится, она вернется из здания Государственной Думы и сразу же окажется вот в этой самой конструкции.
Кстати, у нее, вы же помните, Иван, у нее много было прекрасных номеров, но она почему-то выбрала именно этот. Борис, а скажите, прошлогодние участники самостоятельно выбирали тот номер, с которым они сегодня выступят на концерте открытия? Да. Потому что, друзья, перед вами номер, который наиболее близок, наиболее симпатичен Светлане Хоркиной. Итак, внимательно смотрим. Что ж появится из ящика? О! Фантастика. Светлана Хоркина и иллюзионист, великий Бах Антон Красильников. Старая пословица гласит, Света, что в цирке нужно попробовать все. Скажи, есть ли какие-то номера, которые ты не успела сделать и которые ты очень хотела исполнить в цирке, может быть, в цирке на Цветном? Мне кажется, я все успела в том проекте. То есть ты закрыла эту уже как бы, да, главу своей жизни? Я понял, да, хорошо. Спасибо. Светлана Хоркина. Браво! Красивая. Это счастье, когда ты выходишь к этим любимым зрителям, те, которые тебя любят, знают, ждут и хотят видеть тебя вновь и вновь. Это я чувствую, и это так приятно. И я терпела, я год не заходила в цирк и получила сегодня настоящее наслаждение и счастье. Вновь общение с теми артистами, с теми преподавателями, с теми друзьями, которых я приобрела в проекте. Вновь общаться и получить огромное удовольствие от того, что мы сделали в прошлом году. Новые участники шоу «Цирк» на первом, придя в цирк, сразу же влились в жизнь коллектива. Вот буквально вчера на репетиции от смеха потерял сознание слон. Хорошо в зале был Владимир Турчинский. Он взял животное на руки и отнес его в медпункт на станции метро Менделеевская. Что еще полезного сделал Владимир на нашем шоу, вы узнаете прямо сейчас. Я сказал отставить. Командир сказал отставить, значит отставить. И бойцам своим скажи. Духи должны дойти до самых стен блокпоста. До самых. Рукой, чтоб коснулись. А до этого паника и беспорядочная стрельба. На секунду усомнятся, что здесь лохи сидят. Все. Хрен мы их увидим, гоняясь потом за ними по всей Чечне. Это приказ, не обсуждается, ясно? На самом деле, большое спасибо, надо сказать, дочке моей, Ксеничке, потому что звонок от редактора раздался в ее присутствии, когда она услышала слово «цирк», сказала, папа соглашается, папа согласился. Но это единственный проект, на который я согласился. Цирк от Цветова. Выступать придется практически во всех цирковых амплуа, и... дрессура, и клоунада, и воздушная акробатика подразумевает это все некую многоборную подготовку. То есть, казалось бы, вроде бы со спортивной точки зрения не должно быть никаких проблем. Получается по очереди. Согни ногу, получается твоя нога. А ты куда ушла? Туда. Почему? То есть надо было тебя завалить сюда. А ты завались мне на голову, я тебя головой буду придерживать. Ой, ой. На всякий случай, по роже треснуло. Стою. Стоишь? Да, стою. Саша, вы смеете. Что вы так? Киска. Двери. Может, я за ухо зафиксирую? Да, вот так. И все, падай, не могу. Так хорошо. Я хочу мало того, чтобы получить удовольствие сам и доставить удовольствие своей семье. Это единственный момент, который меня беспокоит и тревожит. Все. Поскольку акцент я буду делать на клоунаде, я думаю, что удовольствие получим мы все. Дорогие друзья, даже в цирке Владимир Турчинский не изменил себе и продолжает качаться. Только сегодня он будет качаться на Штейн-тропе в окружении прекрасных, очаровательных актрис цирка. Встречайте, Владимир Турчинский, Штейн-тропе!
Владимир Турчинский. Человек, который, в принципе, конечно, обладает удивительными, уникальными способностями. Как мы знаем, прозвище «Динамит» Владимир получил на американском шоу «Гладиаторы». После этого Владимир многократно устанавливал всевозможные рекорды в силе, ловкости. И я хочу сказать, Владимир не только может без посторонней помощи перемещать невероятно тяжелые предметы, такие как самолет, поезд, автомобиль, но и обладает уникальными качествами и достижениями и в интеллектуальных соревнованиях. На конкурсе «Сканворды» в Подмосковье Владимир почетно занял 4-е место в прошлогоднем турнире. А кто же первый? Первое место, к сожалению, эти люди неизвестны широкой публике. Работники Подольской библиотеки. Вот я вам хочу заметить, вот эта трапеция, вы же помните... Штейн-трапе. Штейн-трапе. Значит, чем она отличается от обычной трапеции? Она такая большая не потому, что на ней находится сейчас Владимир Турчинский, да, а потому что вот эта трапеция, она как раз используется для того, чтобы балансировать стоя на ней сверху. Абсолютно. То есть это можно балансировать на ногах, стоя на коленях, на голове, на руках, как угодно. С партнершами, без. И то, что сейчас трапеция вот на такой небольшой высоте, это я вам открою маленький секрет, это только лишь потому, что у нас не нашлось такой лонжи, такого пояса, такой длины, чтобы одеть на Владимира Турчинского. Вот так, друзья. То есть вы понимаете, Владимир сейчас работает без страховки. И действительно, мы не имеем права рисковать его здоровьем. Владимир Турчинский, Мария Аминченко и Татьяна Шиндрова. Владимир Турчинский, Марина Аминченко и Татьяна Шиндрова. Эти скромные цветы – подарок от Федерации бодибилдинга России. Владимир, мы понимаем, что, в принципе, большинство твоих номеров будет основываться на разумном применении силы. Но есть ли шансы, что мы, поклонники циркового искусства, увидим все-таки вас в клоунаде или, может быть, в жонглировании? Иван, ну вы же в клоунаде выступаете, поэтому я пытаюсь подражать немножко вам. Хотя, в принципе, это нереально. Турчинский воздушный гимнаст – уже смешно. Судя по тишине, это действительно уже смешно. Не надо дарить мне цветы, мы можем это сделать спокойно за кулисами. Владимир, я знаю, что вы легко надуваете грелки, тянете зубами составы и самолеты. Вы уже кого-нибудь надули или перетянули зубами здесь, в цирке? Иван, откуда вы знаете, что я легко надуваю? Я многократно это видел, Владимир. Я и слышал. Идешь, бывало, по городу, хлоп, лопнула грелка Турчинского где-то вдалеке. У меня есть еще один сюрприз, Владимир, для вас. У нас присутствует ваш коллега, ведущий вместе с вами многие популярнейшие шоу. Павел Воля, которому вы только что бросили букет. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. Несколько слов. Ваши первые впечатления о номере вашего коллеги, который вы увидели здесь в цирке на Цветном. Вы знаете, мое первое впечатление, что я следующий пойду замуж, во-первых, я поймал. Во-вторых, я всегда знал, что Владимир сильный, прекрасный, замечательный человек, но что подарит мне цветы никогда. Павел, приходите. Да. Ну и, конечно же, я очень рад за Владимира. Я, конечно, бы сказал правду, но так как Турчинский сильнее меня физически, я поздравляю его с тем, что он красивее всех сидел на этой штуке. Браво! Павел Воля, Владимир Турчинский с премьерой! С премьерой, друзья! У меня все... Настолько слиплось,
все нормально. Чего не вышло? С ними не платил. А я руки раздвинул, а вы... По поводу гимназии, это не смешно, это серьезно. Все нормально, все отлично сделано. Дело в том, что я всю свою жизнь занимался такими видами спорта, в которых, скажем, необходимо себя вводить в состояние озверения. И для меня была проблема, я выхожу на манеж, мне хочется, я тут надо улыбаться. И вот это трансформировало эту злость в любовь к публике. И вот, ну, любимая. Я хочу доставить удовольствие, прежде всего, своей доченьке. Я думаю, что это получилось. Спасибо вам, девчонки. Молодец. Доченька, доченька. Друзья, певица Анита Цой, как только пришла на проект «Цирк на Первом», сразу же решила записать целый альбом, посвященный цирку, куда войдут уже написанные ею песни «Две моли съели тигра», «Чем плачет клоун» и «Зачем страховку ты мне подпилил, Борис?». Посмотрим, как Анита готовится к записи нового альбома и к выступлению. Чтобы забыть или забыться, чтобы уснуть и не проснуться, чтобы писать одной только маме, как не хватает тебя в панораме. Я ворвалась как буря, как ураган, со своими эмоциями, со своим каким-то представлением о цирке, воспоминаниями детства. Вот когда я переступила через порог, я поняла, что все совершенно по-другому. Меня встретила тишина. Меня встретил манеж, полный людей, которые занимались каждый своим делом. Вообще, это, конечно, потрясающе. Своя магия, свое волшебство. И вот за это цирку спасибо. Да, подтягивай. Смелее, чем боишься. Повыше, что-то вот здесь. И останься там. Держи, держи, держи. Грудь подними, грудь подними. Если бы это можно было по телеку передать, вот это вот, когда рвутся сухожилия. Любой трюк – это очень серьезная работа и, прежде всего, самоотдача и внутренняя работа над собой. Анита, ну-ка, соберись, не будь тряпкой. Другое дело. Сразу чувствуется, что со мной работают. Прямые. Прямые на кустах. Ой-ой-ой. Стой, стой, стой. Инна. Что-то фляжка. Вообще сверхзадача преодолеть прежде всего собственные внутренние какие-то пороги страха, комплексов и неуверенности в себе. Сейчас у меня полустрессовое состояние. Стрессы еще все, наверное, впереди, но полустрессовое от того, что я каждый день встаю, у меня все болит. И мне кажется, что завтра вот сейчас это все пройдет, эта кислота в мышцах уйдет. А цирковые говорят, нет, теперь с этим ты будешь жить весь проект. Надеемся, что ты нас не забудешь. Помните строчки из известной песни «На 7 замков забирай Баранова, выкраду вместе с замками и спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором». Друзья, иногда бывает так, что вороной объединяется с девчонкой. Об этом номер бесстрашной наездницы Аниты Цой! Анита Цой – единственная участница шоу «Цирк», которая в концерте приветствия или как-то концерт открытия, да, Борис, у нас сегодня на уши приезжает. Раскройте тайну, Анита занималась верховой ездой когда-нибудь? Или это вот как раз мы видим результаты вот этих самых вот встреч? Ну, дело в том, что Анита занималась верховой ездой, потом она упала с лошади, получила очень серьезную травму позвоночника. И вот спустя большой период времени она вот здесь впервые села на лошадь, потому что она буквально пересилила свой страх. Идут артисты на преодоление собственных страхов. То есть продолжается то, что мы начали год назад. Не только физически, но и психологически меняются артисты.
это демонстрирует чудеса. Выездка, Борис. Ну, выездка это в спорте. А это у нас, спорте. Напоминаю, это высшая школа верховой езды. Высшая школа верховой езды. И тоже, друзья, я напоминаю, что все наши участники демонстрируют исключительно визитные карточки на манеже. Дамы и господа, бесстрашная Анита Цой! Анита, с премьерой, прошу тебя, ответь на несколько вопросов. Это правда, кстати, что ты собиралась участвовать в первом шоу, по каким-то причинам не смогла, и вот, наконец, появился второй? Когда меня пригласили в том году принять участие, я пришла на тренировочный манеж, меня поставили к себе на руки акробаты и сказали: «Прыгай назад, кверх тормашками». Не, я это сделала. Но я сдрефила и убежала. Год мучилась совестью, и сегодня я здесь. Анита, лошадь – это единственное животное, номера с которым ты будешь демонстрировать нам? Или еще есть какие-то номера с животными, интересуются наши зрители? Ты знаешь, вот с собаками я не рискнула, потому что корейцы и собаки… Не продолжай. А вот что касается, вот говорили, еще есть слон свободный, пума или пантера. Может быть, мне повезет, и если я останусь в проекте, я смогу показать что-нибудь с этими зверушками. Ну, давайте пожелаем в этом Аните удачи. Анита Цой на шоу «Цирк на первом». Мы с Глашей очень сильно волновались. Я вот сейчас вот буквально перед ездой полчаса сидела и медитировала, потому что прежде всего мой тренер Лена научила меня, что я мозг коня, он мои ноги, я должна быть лошадью. И я вся сидела и внушала: я лошадь, думай как лошадь, проходила 20 раз в голове всю свою езду, чтобы ничего не забыть, и получилось. Зритель, он же не знает, как мы здесь готовимся, что с нами происходит, да? И вот зритель не знал, например, что полчаса назад я говорила себе: я лошадь, тренировала, группировала себя. Но когда ты выходишь и видишь просто, что они тебя любят, они радуются всем твоим успехам, пусть даже если что-то не получилось, но они радуются, и ты чувствуешь себя счастливым. Дай Бог, чтобы каждый из нас чувствовал себя счастливым, когда рядом есть кто-то. Для популярного актера сменить съемочную площадку на цирковую арену – это большой стресс. Поэтому мы не стали рассказывать актеру Валерию Николаеву, что он сейчас находится в цирке. По его собственному мнению, он продолжает сниматься в сериале «День рождения буржуя 3» – «Месть хула-хупа». Давайте посмотрим, какие веселые приключения ожидали Валерия на, как он думал, съемочной площадке. Слушай, фокусник, ты когда-нибудь устаешь вообще? Позвольте. Для чего эти фокусы? Это не фокусы. Смотри. Мечта любого мальчишки в нашем дворе побыть цирковым артистом у меня начинает в какой-то степени сбываться. А потом огромное счастье видеть людей, которые здесь работают. Профессионалы, которые отменяют все законы тяготения и представление о том, что может человек, а чего не может. Ой, надо бежать. Смотри, вот он, баланс. Вот он, видишь? Ну, понял. Ну, почти. Я чувствую, что потихонечку прощаюсь с иллюзиями того, что я что-то умею. И это самое, наверное, дорогое, потому что в понедельник ты не умеешь, а в пятницу уже умеешь. И такое вот чудо, оно происходит, и вряд ли что-то может быть дороже. Спокойно, Рысь, не валяйся. Тренировка, подожди ножку. Рысь, кумач. Ничего, ничего, ничего. А куда ты развернулся? Ногами, да, я сейчас понял. Вот ты знаешь, прыжки лучше, да, это самое. Чувствуешь, начинаешь, да? Прыгать, начинаешь чувствовать. Конечно, конечно, вот у тебя ход получается. Чего ты молчал-то? Ну, постепенно все. Понятно. Мы же сразу сзади не будем учиться. Будем. Вот то, что я смогу сделать со своими неумениями за этот такой непродолжительный срок, вот это меня очень интересует.
нет, нет. Ты не смотришь, ты туда смотри, ты. Ну погоди ты, господи. Дай мне хоть понять, как это что идет. А ты не обращаешь внимания. Валер, чуть-чуть руку прижми. А ты всем, а ты знаешь, как всем говорю, видите? Вау! Это заводит страшно, завлекает. И еще раз возвращаюсь к тому, что хочется еще снять кино про цирк. И давно мысли по этому поводу есть уже. И какие-то наброски, даже сценарии есть. Так что, может быть, все вот это не зря, наверняка не зря, и оно во что-то еще воплотится. Дорогие друзья, перед вами находится первый российский телевизор, привезенный в 1702 году Петром I из Голландии. Петр часто любил сидеть у него вечерами, в то время как 8 крепостных разыгрывали для него спортивные и в том числе и цирковые передачи. Сейчас нас к истокам российского телевидения относит Валерий Николаев. Валерий Николаев, популярнейший актер, находящийся, как мы все видим, в прекрасной форме, безусловно, обрадовал собственных поклонников, которых у него будет еще больше после нашего шоу, согласившись принять участие в этом эксперименте. Ну, открою маленький секрет, потому что сейчас Валерию очень сложно, он участвует в съемках, и после съемок в перерывах приезжает на репетиции. Сейчас он нам демонстрирует номер с кубом. Это, как мы говорим, свободный жанр. Сколько весит этот куб, Борис? Куб, в общем-то, он весит немного, ну, где-то в пределах 10 килограмм, но вращать его и... Крайне непросто. Поймал Валерий куб. И снова поймал. Браво! Валерий Николаев! Валерий, вы один из немногих артистов, которым посчастливилось много и плодотворно работать в Голливуде. Скажите, что сказал Стивен Спилберг, когда ему сообщили, что будете участвовать в нашем шоу? Он попросил участвовать в следующем шоу и сказал, что тряхнет стариной. Ждем не дождемся этого момента, когда Стивен будет трясти стариной на манеже цирка на Цветном. Валерий, скажите мне, для вас все-таки, что в цирке вот на данный момент, насколько вы его знаете, что самое главное, что вас больше всего удивило и обрадовало? Количество красивых женщин. Спасибо. Спасибо, друзья. Валерий Николаев, их будет еще больше. Совершенно незнакомая история, совершенно новый жанр. Очень все здорово. Такие забытые немножко ощущения, но волна очень классная, очень классная. И, конечно, больше радости, чем волнения, потому что все ребята помогают, все, с кем репетировали, помогают. И друзья, с которыми давно не виделись, где-то там на съемках, редко встречаемся здесь, поэтому мы как-то очень, очень все дружно и очень... Да, конечно, участвовать здорово, побеждать хотят все. А дальше от вложенного усилия результат. После ее участия в прошлогоднем шоу «Цирк со звездами» мир цирка глубоко и сильно схлестнулся с миром гламура. И теперь каждый стилист знает, что такое шпрехшталмейстер и куда конкретно нужно клеить зразы слону. Друзья, Ксения Собчак! Конечно, друзья, после первого проекта пришло очень много писем с просьбой продолжить триумфальное шествие Ксении Собчак. И даже если нет возможности ее показывать в шоу «Цирк» на Первом канале, может быть, просто показывать время от времени в перерывах между телевизионными программами на Первом канале, просто ее фотографии вот в костюме из этого номера. Но мы решили ответить положительно на просьбу зрителей и повторяем этот замечательный номер Ксении Собчак и воздушного гимнаста Александра Волкова. Да, ну и Ксения из прошлого проекта, это, по-моему, самый любимый ее номер. Самый любимый номер Ксения, без страховки, в сильных руках Александра. Je suis tout en déséquilibre. Мы видим с вами, друзья, элемент воздушной гимнастики. Этот элемент также будет обязательным элементом для наших новых участников. У дома grande planche descend les escaliers.
Может быть, напомним, какие жанры у нас будут в проекте. Гимнастика, которую мы сейчас видим, акробатика, клоунада, иллюзия, дрессура животных и жанр, который выберут сами участники. Опасно. Борис, а Ксения подготовленная ли вернулась в цирк? Все ли гладко сейчас? Да, сейчас все идеально, все гладко. Но начнем с того, что когда она пришла в прошлом году, человек был абсолютно не подготовлен. И первый вопрос, который она задала, смогу ли я сесть на шпагат? Ответ мы уже знаем, друзья. Да, да, тысячу раз да. И Ксения этот ответ многократно демонстрировала после того, как шоу «Цирк со звездами» закончилось. Дело в том, что вот когда проходили репетиции, и новые участники наблюдали за репетицией наших стариков, как мы их называем уже, они, конечно, были восхищены. Остается пожелать новым участникам поднять планку еще выше. Ксения Собчак и воздушный гимнаст Александр Волков. Ксения, прошу тебя, и снова ты с нами. И снова ты в сильных и мощных руках Александра паришь над манежем. И снова мы благодаря твоему костюму сможем понять, из чего сделаны наши девчонки. И снова мы рады видеть тебя. Ксюша, скажи, ты скучала по цирку? Конечно, Иван. По тебе в особенности. Это правильный ответ, Ксюша. Спасибо. Теперь перейдем из разряда платных вопросов и платных ответов к простым. Я прошу тебя сделать то, что ты делала спустя несколько минут после того, как покинула проект «Цирк со звездами» на всех праздниках. Конечно же, с удовольствием. Но обычно я это делаю под слова. Ну что ж, друзья, поздравим Михаила Андреевича или с Новым годом какая-нибудь компания. Но для вас, для Первого канала, за то, что вы меня научили, я это сделаю совершенно бесплатно. Прошу вас, браво! Браво, Ксюша! Ксения Собчак, приходи к нам в гости. Ксения Собчак! Слушайте, вы знаете, такой мандраж, который ты испытываешь за сценой, конечно, он ни с чем не сравним. И вот с Сашей до последней минуты мы разговариваем, я говорю... Слушай, ну, может быть, в этот раз не будет. Может быть, не будет вот этой дрожи, не будет этих ощущений. Все то же самое. Сколько раз не повторяешь этот номер. И даже зная, что тебе не будут ставить оценки, все равно ужасно волнуешься. И мне кажется, вот этот тремор, вот этот трепет, это то, зачем нужно приходить в цирк. Это, наверное, самая главная эмоция, которую ты отсюда выносишь. Хотя это... сделала все, как будто не было перерыва. Все это настолько на высоком уровне. Любите свои эмоции, потому что все, что вы здесь испытаете, и злость, и радость, и боль, и те синяки, которые у вас будут, и та обида за оценки, которая будет, и, может быть, слезы, и слезы радости, и слезы обиды. Вот все эти эмоции, любите их и берегите их, потому что это незабываемо. И таких эмоций, как в цирке, вы нигде и никогда не получите.
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов говорит, что для него летать под куполом цирка – это отдых, ведь для этого не нужно быть смешным. Еще мы делаем вывод, что для Тимура также отдых – это уборка за слоном, бритье тигра и мытье удава. Тимур, отдыхай на здоровье. Впереди еще много времени. Алеша, Алешенька. И Надя. Мой сладкий. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, но я должен служить стране. Ну, всего лишь 2 года и все. Ну, да, и все, я вернусь. Я буду ждать тебя. Я вернусь настоящим мужчиной. Ты только береги себя. Я буду защищать родину ради тебя. Береги себя, я буду беречь себя и буду писать тебе. Тут и мама здесь. Ой, мама, мама. Береги себя. Береги себя. Все, видишь поезд. Я сейчас снова зайду и поеду. Алешенька. Давай, давай. Возвращайся быстрее. Я буду скучать, я буду писать тебе. Все, тронулся. Все, 47. 148. Я ни разу не был в цирке. То есть это фактически мое первое появление в цирке. Ну, в общем, знал, что существует некий цирк, а что именно, кроме как по телевизору, я не видел. То есть вживую атмосферу я не проникался. И, естественно, конечно, я даже не задумывался, когда... Мне предложили цирк со звездами. Конечно, я давно хотел побывать в цирке. Я-то думал, что выйду, сделаю алле, алле, встану на мостик. На мостике я умел стоять до этого. И все, и на этом закончится. Тупо прыгаешь наверх и делаешь сальто. Тупо, совершенно тупо, не думая ни о чем. Прыгаю наверх, делаю сальто. Да, руку закидываешь сюда. Тупо, сальто, да. Делаешь сальто, тупо делаешь сальто. Как будто каждый день делаю. Не бойся. Главное, решился. Наверное. Опа! Мне интересно, я в армию когда-то пошел. Тоже из-за этого. И вот эти физические все упражнения, они еще организуют. Я после армии очень собранный вернулся. Я думаю, что цирк со мной тоже сотворит чудо. Уберет некоторую расхлябанность. Я уже с каждым годом все взрослее и взрослее. Я думаю, цирк мне поможет в этом. Но у меня не было такого, нет, я этого не смогу. У меня до сих пор есть элементы, которые просто уговариваю педагогов замечательных. Уговариваю, что я сделаю. Ну, пускай сейчас не получается. Они говорят, мало времени, не успеешь. Ну, успею. Вот я даже сальто через себя. Я вот начал отращивать вот эту бородочку некрасивую. У меня ужасно на лице волосы растут. Вот. И не сбрею, пока не сделаю сальто через себя. Еще раз. Теперь ногами активно срабатывай. Вниз спокойно, а наверх активно. Через месяц прыгать будем. Через месяц будем прыгать. Будем. Я не выйду без сальто. Ну, пока что еще бородка на мне. Но я надеюсь, что на первом шоу я буду гладко выбрит, красиво выглядящий и шикарен. Ребят, нет, только не это, только не это! Стоп, стоп! Научите меня! Тимур Батрутдинов считает, что если... номер в его исполнении под куполом цирка не будет смешным. В конце концов, всегда можно смешно упасть. Именно исходя из этой логики, мы не выдали Тимуру цирковую страховку и аннулировали медицинскую. Давайте ржать. На манеже Тимур Батрутдинов и Екатерина Рубцова. Друзья Тимура Батрутдинова, мы видим сегодня много звездных гостей. Рады появлению своего товарища на манеже, а мы все рады тому, что Тимур сменил амплуа веселого острослова шутника на амплуа, как мы сейчас с вами увидим, романтического гимнаста.
целом, Борис, как вы оцениваете уровень участников, которые пришли? Дело в том, что если сравнивать с прошлым годом, ну, во-первых, в прошлом году, когда люди приходили на проект, они еще сами толком не знали, что от них требуется. И у нас было еще маловато опыта работы. Мы сами не очень себе представляли, как это будет все выглядеть. А сейчас вот эти люди, которые пришли, во-первых, они уже полностью отсмотрели все программы прошлого проекта. То есть они уже осознанно идут на вот эту работу, на создание вот этих номеров. Физическая подготовка, ну, даже если сравнивать с прошлым. Вот у нас в прошлом проекте, допустим, Ефим Шифрин, это был человек, который, правда, очень давно закончил... Вот, пожалуйста. Борис, я прошу прощения, без страховки, Тимур, визитной карточки, Тимур Батрудинов, веселый хохотаус, как часто называем его мы, его друзья и поклонники, посмотрите... В его руках находится сейчас здоровье, да, собственно говоря, и жизнь Екатерины Рубцовой. Здравствуйте! Крики «Браво!» заглушают мой тонкий голос. Тимур, мы поздравляем вас с премьерой. Я наблюдал, наблюдал за вашим выступлением. Пришла в голову строчка из песни «Каштан над городом цветет». Вы парили над манежем с прекрасной девушкой. Можно ли назвать это счастьем? Конечно же, я не только цвел, но уже был готов плодоносить. Благодарю вас. Тимур, чтобы не задерживать вас на манеже и не наблюдать за этим процессом при телекамерах, я задам вам последний вопрос. Вы человек невероятно веселый, знающий толк в юморе, сатире и смехе. Что для вас самое веселое в цирке? Иван Ургант. Позже, я заплачу вам позже. Благодарю вас. Тимур Каштан Батрудинов. Тимур, не уходите, простите. Два слова я хотел бы сейчас предоставить вашим коллегам-поклонникам. Павел Воля, вам есть что сказать сейчас, да? Дорогие друзья, я не хотел брать слово, но более прекрасного артиста цирка я не видел никогда. Я думаю, что все со мной согласятся и поаплодируют Тимуру. А более всего прочего, хотелось бы сказать гигантское спасибо за то, что Тимур передал глубокий сексуальный характер этого номера. Штаны только подчеркнули это. Прекрасная одежда. И у меня есть для вас сюрприз. Один мускулистый человек просил вам передать это. Это вам. Я боготворю вас, артист. Спасибо, ребята. Конечно, отдельное спасибо Екатерине Рубцовой, которая без страховки принимала участие в номере с Тимуром. И отдельные аплодисменты. Я бы хотел представить вам, друзья, первого участника этого номера, человека, который уже в самый последний момент сошел с дистанции. Он сегодня здесь присутствует, Гарик Бульдог Харламов. Гарик, вы были первым исполнителем этого номера вместе с Тимуром. Как вам выступление вашего партнера? Вы знаете, действительно, когда мы с Тимуром репетировали этот номер, я дважды упал сверху. Но это хорошо, на самом деле, потому что... Да уж неплохо. Да, действительно. Сколько можно? Сколько можно Тимуру быть в паре со мной, с собакой? Пора переходить на женщин. Он молодец. Тимур замечательный. Браво! Спасибо огромное, друзья. Я еще раз прошу вас поаплодировать. Тимур Батрудинов, участник шоу «Цирк на первом». Ну, честно говоря, во рту пересохло все. Совсем по-другому, как на репетиции. Ну и совсем по-другому, как в Comedy Club. Я хочу сказать, это самый перспективный гимнаст там будущий. Заниматься осталось только. Дорогие друзья,
Формат Первого канала не позволяет мне ответить вам все, что я думаю, и все, что мог бы сказать. Увидимся после репетиции. Ирина Лачина – единственная участница на нашем проекте, которая соблюла все правила безопасности. Ни в коем случае не подходить к тигру ближе, чем на 2 метра, не подходить ко льву ближе, чем на 2 метра и никогда не смотреть в глаза кролику. Только учитывая все правила безопасности, которые я перечислил, можно оставаться живым и невредимым. Мы желаем этого тебе, Ирина. Ничего не понимаю. Слушай, что происходит, а? Все рвутся в Африку. Но не все же рвутся. Да как не все? Говорят, люди плохо живут, да? А спрос-то растет. Нет, я не понимаю, за какой холерой ехать в Кению, а? Поезжайте в цивилизацию. Ну, я не знаю, ну, на Кипр там, в Испанию, да? Нет, куда-то в саванну к бегемотам. Чего бегемота не видел? Сходи в зоопарк, там полный комплект. Мы вырастаем физически, но внутри мы все равно дети. Я поняла, что в тот момент, когда я оказалась в цирке, мой ребенок взял верх надо мной взрослых. И я поняла, что я попалась. Нет! Вот это экстремально. Нет, люди, не надо. Я же не могу не держаться. Не кричи. И сейчас опускаем ноги. Я боюсь. Ну, фикс. Да, блин, я не сделаю. Сделаешь, да? Я это не сделаю. Вы что, я не умею прыгать? Да не прыгай. Я не умею. Да можно я подержусь за вот весь? Не надо держаться, спасибо. Лонжа – это абсолютное ощущение иллюзии того, что тебя что-то держит. Же психологически понять, что ты на страховке, ты умом понимаешь, а тело тебя не слушает. И самое сложное – это договориться телу и разуму. Господи, я боюсь. А. Мама! Какие-то моменты моя самооценка поднимается до небес, какие-то моменты она падает ниже плинтуса. Мне кажется, что я ничего не умею, я ни на что не способна. А потом вдруг у меня что-то получается, и у меня вырастают крылья. Ножки натянула. Ноги вместе. Было! Было! Это было! Я не верю, что я это делала. Смотри, правда. Передай родным привет. Папа, мама. Мама, я в цирке. Цирк – это другое. Это не сцена. Это совершенно другое. Это новые какие-то ощущения для меня, как для актрисы. Но это тоже интересно. Я вообще люблю все новое. Наверное, поэтому я здесь. Акробатика – это невероятно сложный цирковой жанр. Кувырки, прыжки, падения. Но Ирина Лачина считает, что если все это делать с улыбкой, то можно занять первое место. Важно то, кому улыбаться. Видимо, Ирина улыбалась тренеру по акробатике. Встречайте на манеже Ирина Лачина! Ирина Лачина будет представлять сейчас нам визитную карточку. Акробатический номер. Мы видим Сергея Гречушкина, Дениса Козыря и... Борис, помогите мне. Павел Колыбин. И, Борис, я обратил внимание, что артисты, я имею в виду профессиональные артисты цирка, с нами в основном остались в большинстве своем все, кто помогал на прошлом проекте. И в этом, я думаю, есть колоссальный плюс. Все с нами, все знают уже специфику. Как вы считаете? Ну да, в общем, тренеры остались те же, правда, добавились еще исполнители. Вы сами это увидите, что сейчас много талантливых ребят подтянулось еще в этот проект. Чему мы рады, увидим много новых номеров и неожиданных, правда? Да. Но команда осталась прежней. Команда осталась прежней, друзья. Командир корабля Борис Федотов, главный бухгалтер Иван Ургант. Истинные ценности остаются с нами. Ирина демонстрирует прекрасную мертвую царевну сейчас, элемент. Вот уже и живая царевна. Проводит рукой по щеке Дениса Козыря. И сейчас будет... Неужели сальто? Нет, Иван, не будет. Сальто здесь не будет. Сальто не будет. Пока. Оно будет на проекте. Но пока просто будет достаточно простые. Раз. Ну, вы знаете, для актрисы, которая никогда в жизни ее не поднимали выше, чем на 1 метр, выпрыгнуть на такую высоту – это тоже подвиг.
Ваши аплодисменты, друзья. Ирина Лашина, Сергей Кричушкин, Денис Козырь, Павел Колыбин. Ирочка, скажи, правда ли, что теперь отныне все трюки в кино ты будешь выполнять сама без участия каскадеров? Да, я постараюсь. С такими тренерами, которые здесь, я думаю, что к концу проекта я смогу сделать все, что угодно. Ты много раз, я уверен, была в цирке в качестве зрителя. Интереснее быть кем? Зрителем или участником представления? Ваня, конечно же, интереснее быть участником. Это такая радость, когда ты стоишь на арене, совершенно другие ощущения. Я просто счастлива, что я здесь. Давайте поаплодируем простому человеческому счастью. Ирина Лачина. До встречи в следующей программе. Ирина Лачина. Я это сделала. Что ты сделала? Я прыгнула. Ну, молодец. Я прыгнула. Все нормально, ты была готова. Я прыгнула. Я все сделала. Ребята, как я боялась. Да я боялась, может, честное слово. Меня трясло вот так вот. Меня разыгрывали. Они разыгрывали. Ты издевался надо мной. Я стояла, у меня душа была в пятках. Вот так вот я стояла, дрожала, пыталась не показать, что я страшно волнуюсь. Для меня самый сложный жанр – это акробатика. Самый сложный. Но я так благодарна ребятам, правда, потому что я чувствую себя в надежных руках. Если бы не они, если бы не их уверенность во мне, я бы не сделала ничего. Они такие молодцы, они мне так помогают. Они все для меня. Вот в акробатике вот это мое все. Вот. Я это сделала! После его появления на шоу «Цирк со звездами» даже цирковые попугаи вместо своего обычного «Попка-дурак» Кеша хороший, пиастры-пиастры и кыш-кыш-кыш стали выкрикивать: «Господи, спасибо тебе, что есть на земле Сергей Лазарев!» Встречайте! Победитель шоу «Цирк со звездами» Сергей Лазарев! Ну что, друзья, вот он, победитель шоу «Цирк со звездами» 2007 года Сергей Лазарев. Причем выступать он будет сегодня с номером, который фактически принес ему победу, наверное. Борис, вот расскажите, вы же ездили с Сергеем в гастрольные туры по странам с целью наживы. Как встречает зритель практически профессионального циркового артиста Сергей Лазарев? Я лучше скажу, как провожает. Видимо, по уму. Встречает по одежке. J'ai peur que nos ombres si légères demain se changent en pierre, que les étoiles qui nous guident un jour nous poussent vides. Представьте, Иван, что вот в этот вечер Сергей, он буквально накануне только прилетел. Накануне? То есть репетиции всего две, наверное, было, да? Одна, правда, он перед отъездом немножко порепетировал несколько дней. Вот, а потом он уехал, был в отпуске, отдыхал. Какой молодец. И вот он буквально прилетел накануне. И я просто хочу продолжить мысль, говорить, что вот этот номер... Нет, в общем, все номера, которые делал Сергей, они были великолепны. Мне все нравились, и зрителям, и судьям. Мы помним и клоунаду, и номер с пантерой. Да, да. Акробатический номер, да, про солдат. Я помню. Вы, кстати, в военной части не ездили с концертами, Борис? Нет, мы больше по тюрьмам. По тюрьмам работал с ними. Собчак. С Ксенией, да? Понимаю. Зал находится, конечно, сейчас, друзья, как и во время многих других выступлений Сергея, находится в состоянии культурного шока. Мощное, хорошо развитое тело Сергея парит над изумленными рядами зрителей. Вот практически жим на одной руке. Прекрасно. Вот к чему нужно стремиться. Согласитесь, Борис, какая высокая планка была установлена Сергеем как победителем прошлогоднего проекта.
Как вы считаете, Борис, вот ваш прогноз, сумеют ли участники шоу «Цирк» 2008 года поднять эту планку еще выше? Я не буду раскрывать секретов, но многие наши участники, в общем-то, прекрасно находятся в форме и уже многие готовы, очень интересные номера. Хотя проект только начинается. Дамы и господа, победитель шоу «Цирк со звездами» Сергей Лазарев! С возвращением, победитель! Сергей, вопрос, который, я думаю, хочет задать тебе каждый. Как изменилась твоя жизнь с тех пор, как ты победил в шоу «Цирк со звездами»? Стали ли тебя узнавать на улицах, брать автографы? Да, наконец-то, да. На самом деле, я очень рад вернуться в цирк. И хочу сказать, что ребята, конечно, которые... стоят сейчас там, участники очень сильно переживают, потому что они в начале только своего пути, и сегодня они впервые вышли к зрителю. Я желаю всем удачи и, конечно же, победы. Удачи всем. Вот так, друзья, это слова настоящего победителя. Сергей Лазарев! Радостно. Хорошо, радостно. Мне безумно понравилось. Я счастлив, что я вернулся. Очень, честно говоря, какие-то эмоции такие, как будто я в первый раз вышел. Потому что, не знаю, этот восторг, который приходит от публики, это незабываемые эмоции. Но опять же, выйдя сейчас сюда, я понимаю, что это такой вот, в принципе, последний раз, наверное, в этом проекте, по крайней мере, точно. Потому что уже отлетал, теперь очередь других... показывать, на что они способны. А мы на все, что способны, мы показали, а сегодня просто повторили. Считаю, что человек, который хочет по-настоящему сделать что-то достойное и хорошее, должен мечтать сделать что-то лучше. Лучше, чем другие. Это все-таки соревнование, поэтому интереснее и для зрителей, и для самих участников будет, если они будут соревноваться, если будет какой-то азарт, желание, стремление сделать лучше. Вот тогда будет интересно всем. Дорогие друзья, вы смотрите «Цирк» на Первом. Сегодня лишь концерт открытия, но уже через неделю между нашими участниками развернется настоящая борьба. Хотите помочь своему любимому участнику? Принимайте участие в зрительском голосовании. Ну а сейчас, друзья, давайте еще раз поприветствуем всех участников шоу «Цирк» на Первом. Встречайте! Ирина Чащина! Ирина Лащина, Владимир Турчинский, Дарья Поверенова, Антон Камолов, Наталья Подольская. Ольга Шелест, Тимур Батрутдинов, Анита Зои и Валерий Николаев. Итак, друзья, перед вами 12
6 участников, 12 претендентов на победу, 12 золотых орлов, как мы их часто между собой называем. Им придется пройти сквозь огонь, воду и клетку с голодными хищниками. И кто из них окажется несъедобным, водонепроницаемым и огнеупорным, тот победит. Узнаем об этом совсем скоро. С вами был ведущий шоу-цирк на первом Фанфан Тюльпан. До встречи через неделю на Манеже. Пока! Ну что, друзья, подошел к концу концерт открытия шоу-цирк на первом. И уже участники, помахивая из стороны в сторону руками, скользят по манежу. Иван, ну, во-первых, не концерт, а представление в цирке принято говорить. И не размахивая руками, а делая комплимент в сторону зрителей. Вот на этой ноте, друзья, мы с вами и попрощаемся до следующей недели. Комментировали сегодня шоу-цирк по традиции легендарный цирковой артист Борис Федотов и Иван Ургант.